Сентябрь месяц, первое число. Спешит всем школа двери приоткрыть. Вот первоклассники, мечтавшие давно порог той школы враз переступить. Они не знали, что их первый шаг, как первым стал, так может стать последним. Что их захватит в плен проклятый враг, он словно смерть. А он в черный цвет одетый. В спортзал загнали школьников они, охваченные голодом и жаждой. В эту жару держались без воды не о еде, а о жизни думал каждый. Одних как щит приставили к окну, а непокорных просто расстреляли. Живые убирали с глаз слезу. Боевики героями вдруг стали. Целых 2 дня держали в страхе всех, и целый мир обидчиков проклял. И взяв на душу самый тяжкий грех, зачем? Кому и что вы доказали? Вас проклинали все, кому не лень, кто чувствовал и понимал потери. И вот настал тот полдень, 3-й день. На вынос трупов они открыли двери. Нежданный взрыв, за ним еще другой, и без оглядки дети выбегают. Они бежали к выходу толпой, ну а по ним... Безбожники стреляли. Навстречу им родители бегут, а мимо пролетают свистом пули. Они не думают, что ранят их, убьют. Они хотят детей своих укрыть от боли. Вот кто-то крепко обнимает маму, кто-то упал или раненый любит. Врачи спешат, завязывают раны, картину эту. Век нам не забыть. Стоял отец, а на руках девчонка. И взрывы, крики, шум уже не слышал. Ведь в первый раз он проводил дочурку. Теперь же ее голос не услышит. И 1000 раненых, и 1000 убито. Все испытали шок, все словно бред. Как много горя, боли пережито. Тому проступку оправдания нет. И дрогнул мир, и лава слез. Потери. Беда прошлась не только по родне. Она открыла в многих домах двери. Она прошлась почти по всей земле.